лазаретный уголок. Мы помылись, помазались, глазки промыли. Теперь просим пузико чухать. Она уже утром приветствует. Вот она уже лаки терпит приближение. Не знаю, у меня такое ощущение, что ее все-таки шлепали, потому что вот у нее неожиданное малейшее прикосновение, она очень вздрагивает. Звуки звуками. Ой, стонет, нравится. Вот она уже лакуську терпит рядом. Да, я про тебя рассказывала, маме твой привет делаю. Передай мамке привет. Расскажи, как мы тут работаем вместе. Мафусь. Все как положено, скажи у нас. Все по жанру. Тут у нас работа, сверху лежим мы. Да, Мафуля. Тимофуля, ты мой чимбалинка. Мамке привет передай. Передай мамке привет. Лаки у нас спит в своей комнате, мафия от меня не отходит. Да, моя умница. Глазки маслиночки. Все, мамка, привет, не переживай. Мамочка, все время мы держимся своей постилочки, да? Все время свои постилочки, моя куколка, и гулять скоро пойдем. Мы скоро гулять пойдем, да, моя красавица. Да. Антенка. Скоро пойдем гулять, да. Моя умница золотая. Мамочке привет. Надо передавать мамочке привет. Моя девочка хоть не вздрагивает уже так. Да, и Лаки пришла. Да. Нам хоть не нравится, но мы хоть не ссоримся, да. Пошла мне под машинку, я там сижу шью. Вот она пошла. Умница, сейчас я придушить. Удобно ли тебе, девица? Удобно ли тебе, красавица? Сначала полчаса прическу натирала на подушке. Пока я отвернулась гладить свои клаптики, она взгромоздилась. Ой, я не могу. Ну, а слезать ты как собиралась? Залезать сюда проще. Мафия. Мафия. Ах, ты такая мафия. Что ты наделала? Кто тебя будет оттуда снимать, а? Маменька? Вот еще одна. Вот еще одна помощница. Знаю, где находиться. Гляньте, что я развела. И у меня помощницы тут две. Вот она. Вот она я. Вот она я, помощница. А ты собираешься вставать? Красуля моя. Красуля моя. Все. Работа окончена. Идем на улицу, да? Гулять пойдем. И это сидит, зовет уже. Сейчас пойдем, сейчас выходим, да? Дали маме поработать, молодцы. Ну, я что, рыбка золотая. Давай зайдем в дом, давай. Ты ж себе когти сейчас обдерешь все. Ну, я что, страдалица. Так, надо это убрать, потому что будет прыгать. Не-не-не, Джессика, ты... Ой-ой-ой, боже, мне сейчас утюг еще добить. Осталось. Ну, еще одна это будет. Джессика, ну что мне делать? А на поводок сажать, рыбка моя золотая. Джесси. Джесси, родители будут новую дверь покупать. Джесси, нельзя. Ну что, моя хорошая, ну что? Да. Ну это... Видите, что делает? Ручку, дверь открыть. Джессика. Если ты будешь так себя вести, я тебя больше не буду к себе брать, малышка. Джессика. Ты же меня помнишь, малышка. Ну, ты же меня помнишь, моя хорошая. Хорошая моя. Ты же меня помнишь, рыбочка моя. Давай маме привет передадим. Расскажи, как ты ночь не спала, нервничала. Да, мафия сделает маменьке видео. Привет. Маменька. Скажи, ой, сильно много мне внимания. Все собаки сошлись. Мафи. Мафуся.
Глянь, как она тебя зовет играться. Все время зовет играться, эта крокодилица. А мафия ей запрещает заходить в спальню. Да, Мафуся? Скажи, я ее прогоняю. Да, моя девочка, как она утром здоровается хорошо, когда мы просыпаемся. Умочка такая. Ты моя куколка. Покушали мы. Но она похудела. Она, видно, первые дни меньше ела прилично. Мафия лежит там, где мои ноги. Вот я тут сейчас за раскроенным столиком. Она тут всех прогнала. А эта спряталась, значит, чтобы ее не видели. Сюда. А моя в постели лежит. У нее, ей главное свой трон охранять. Мы принцесса на горошинке, да? Джесска, ну покажи, как ты ее достаешь. Вот так скажи. Вот так. Она всех гоняет. Моя кошечка. Хотят играться с ней, зовут. Игрушки ей несут. Не, она сядет вот тут. Она сядет вот тут. Моя девочка золотая. Мама переживает за тебя, переживает. Умочка, и лакуська хочет, и лакуська хочет. Мне нравится, когда двоих возьму и морды нацеловываю. Но третьей руки нету, чтобы наснимать, как они себя тогда ведут. Вот она по верхушечкам ходит и наблюдает за всем. Вот они, все три. А Джесика, она такая, ей по барабану. Ее даже если будут кусать, она все равно будет носом толкать и лапами теребить, чтобы к ней шли играться. А ты там что обследуешь, мафия? Что ты там обследуешь? Свое царство-государство? Ну, садись, садись, садись. Вот умничка, деликатная такая девочка. Деликатная такая. Скажи, давай уже мне ласочку, давай, я согласна. Давай ласочку, я согласна. Поскакуха, не дает девкам покоя. Не дает девкам покоя, чтобы играться шли. Некогда заниматься шитьем. Подушка лежит для наволочки, для пошива. А я с девками занимаюсь. Вот так, дай ей, дай. Вот так, мафия, правильно. Пусть не пристает. Скажи, я с вами не играюсь. Я с вами не играюсь. Я, скажи, лежу, охраняю подушку. Умница, ты моя умница. Правильно, пусть не посягают. А это стрекоза. Кругом, кругом. Ты играться зовешь? Ты играться зовешь? Мафусечка, лайка тебя и зовет играться. Зовет играться девочку. Девочка не хочет совсем. Совсем не хочет. Ну, потерпи нас еще два денечка. Мамочка твоя приедет. Ну, куколка, я слышу что-то. Возня. Лежали, храпели, пока я лежала. Встала на базар, хочу сходить. Вот на ручках нам нравится сидеть, да, Мафуська? Да, Мафуська, мамочка, я тебя жду. Самая лучшая, любимая мамочка всегда, да? Ты моя красавица. Такая прям непроблемная, совсем беспроблемный ребенок. Таких хоть 10, скажи, за раз. Что у нас глазки чистые? Чистые глазки. Ну, тут что чуть-чуть. Моя красавица. А Лаки очень хочет играться. Очень. Зовет. Никак не идет, скажи, никак не идет. Обхаживаю, скажи. Да, лакусечка, лакусик. Не идет играться, не идет девочка играться, не дружится с тобой. А ты Джейску позови, где Джейска? Позови Джейску. Джесси, ищи Джесси, Лаки, где Джесси? Джесси дрыхнет вон. А ну-ка, погоняй Джесику. Джеська не обидится. Разлягутся все, кто где хочет. Вот так. Ты хорошая. И твоей мамке привет передадим. Тоже переживает, как там вот эта крокодилица ночами спать не дает. Но сегодня мы спали. Ругнула ее, чтобы угомонилась вечером. Она как лягла, так и шпала. Да, молодец. Умница. Лакуся. Ну, что такое гости? Лаки соизволила играть, гости не идут играть. Разоспались. Испортили прическу. Испортили стоячую антенну. Мафии. Мафусь, ты моя девочка.
Расчешемся, заплетемся, спрыгнем, потрем головой и красивые. Мафуся, это ты что делала? Ай, ты моя хорошая. Вот так, вот так. Покажи, покажи, как ты играла. Так, тебя не звали, правильно, гони. А, это мы с Косточкой, конечно, это Маркина Косточка. А, ты их дразнишь. Ты их дразнишь. Вот они все. Вот они все. Правильно, правильно. Вот что она делает. А вот так, а вот так. Вот как мы играем. Так мы уже играем, мама. Чтоб ты знала. Вот умница. Все, грызи. Твоя косточка.